У пары лебедей-шипунов появилось долгожданное потомство. Напомним, что более месяца назад самка устроила гнездо в высокой траве. По словам горожан, в кладке было 5 яиц, но на свет появились только 2 птенца. В зоопарке сообщили, что как только под театральным мостом вновь натянут сетку, семью лебедей переселят на прежнее место обитания. Там птицы смогут чувствовать себя в безопасности.